Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы подвести некий итог. И вот сейчас вышло несколько роликов именно по подбору недвижимости, по участию в процессе покупки, продажи и так далее. Так вот, дорогие друзья, когда мы об этом говорим, то, конечно же, ну, это очень большой, это очень огромный аспект. И этот аспект, он заключается в том, что, конечно же, при реализации тех или иных прав на недвижимое имущество, на жилую недвижимость, на коммерческую недвижимость и так далее, всегда очень высок риск оспаривания этих сделок с противоположной стороны. Оформить недвижимость. И вот это самое главное. Юридически правильное оформление недвижимости – это залог всего, скажем так, дальнейшего нормального сосуществования с этой недвижимостью, с соседями, с государственными органами и так далее. И вот составление договоров, подбор определенных параметров этой недвижимости, все это находится, скажем так, в нашей компетенции, потому что мы уже на базе того, что у нас есть определенный опыт в составлении тех или иных сделок и так далее, мы, конечно же, можем прогнозировать. И понимаем, какие могут возникнуть юридические проблемы, какие могут быть юридические тонкости при осуществлении тех или иных сделок, и уже на стадии заключения пытаемся нивелировать для того, чтобы избежать дальнейших разногласий, споров, и соответствующим образом составляются и договора и так далее. Потому что все мы прекрасно понимаем, у нас есть несколько оснований для осуществления оспаривания сделок. Это оспоримость, ничтожность, незаключенность. И вот чтобы эти компоненты в дальнейшем не повлияли на законность той или иной сделки, конечно же, необходимо думать об этом еще на стадии ее заключения. И вот по этим вопросам, дорогие друзья, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда с удовольствием поможем. У нас открылось отдельное направление, которое занимается именно вопросами недвижимости. И вот там, где мы осуществляем подбор недвижимости, осуществляем подбор клиентов для покупки недвижимости или осуществляем юридическое сопровождение по недвижимому имуществу, будь это жилая недвижимость, коммерческая, либо апартаменты, либо это могут быть земельные участки и так далее. Там мы прикладываем, скажем так, свою юридическую руку в том плане, что, конечно же, осуществляем изготовление договоров, подбор документов, прохождение их через Росреестр и так далее. Это очень важный компонент, пожалуйста, не пренебрегайте им. Если у вас такие вопросы, пожалуйста, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Счастливо!